Нельзя, ты что? Ты что? Представляешь, резко, вот ты бы спала вот так вот, а к тебе пришли, начали будить и кусать. Ты что? Тем более, что я сейчас тут лягу вообще, на самом деле. И вас прогоню. Да-да-да. Ну куда ты? Лежи, зайка, лежи. Лежи. Тебя просто немножко подвину, сама лягу. Две кошки — это очень здорово, это пушистые вообще. Но, ой, а меня за что? А меня за что? А меня за что? Скажи, за палец. Ну-ну-ну, ну, побудь здесь, побудь. Чего? Ну, агрессор мелкий, все, он лежит, он меня, видишь, кусает. Все? Территория завоевана? Ужас. Но когда у них, у обеих любимые места одинаковые, а чего ты? А чего ты? А чего ты? Тебе только можно на хвостик охотиться, Сишкин. Я, может, тоже хочу. Я, может, тоже хочу. Вот так вот. Вот так вот. Ой, ой. Ты что? Ты что? Ой. 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 Да-да-да-да-да-да. Мне больно. Ты меня кусаешь? Мне больно. Да, мне надо облизать. Завоеватель, покоритель. Ну хорошо, хорошо, я не буду тебя трогать. Вот. Продолжу свою фразу, что но когда они вдвоем спят на твоей кровати, то тебе уже для этого места нету. Да? Вот. Вот край кровати. А вот кошка. Да она еще не вся вытянулась. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Больно? Просто прижимаю хвост, я ж его не кусаю. Зайка, ну, ну. Вообще, на самом деле, вот это вот состояние у нее крайне редкое. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Разозлилась кошка. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну, вообще, круги наматывает. Это ты у Сишки научилась, что ли? Я не поняла, Ириска. Ириска. Да. Ну. Все, уже уши теплые. Сейчас будет спать котик. Ну. Все хорошо. Все хорошо.